Здорово. В суете и спешке нужно быстро выполнить задание, которое давал массажист. Это пробивка. Думаю, соседи думают, что нет, ремонт продолжается, но нет, ремонт уже давно закончен. Ремонт квартиры окончен, а ремонт тела продолжается. Такие вот пробивки, он сказал делать на правую, на левую часть, на правую, посередине и еще здесь по бокам. Это звездец, как больно. Чувствую себя этим блогером-мопсом. Только ему за подобные деньги платят, а мне никто не платит за это, к сожалению. Это еще только первый обход. На каждое место по 60 раз надо. Я только по 30 пока сделал. Жесть. Надо немного пару минут отдохнуть и повторить. Вот такие дела. Так, а еще надо бежать к массажисту скоро. Ох.